еще про 12, когда вы упомянули эту ленту, вспомнил сразу, смотрел, готовился к эфиру, якобы вы делаете продукт алкогольный под названием 12 вино. Да, расскажите, что это такое, почему это вас вдруг потянуло? История довольно банальная, потом она стала довольно занятной, потому что мой товарищ и мой партнер, и, так сказать, мой сосед по проживанию под Нижним Новгородом из города Павлова, такой Костя Тувыкин, однажды ко мне пришел и сказал, что вот есть виноградники в Тоскане, и там хорошее можно делать вино. Я предлагаю партнерство, но с тем условием, чтобы вы дали название вину своего фильма какого-нибудь. Я говорю, давайте попробовать вино. Я пробовал вино, навел справки. Настоящая, так сказать, винодельня, настоящая, причем с традицией, семьей и так далее. И когда я попробовал вино, я сказал, да, как называть? Я говорю, 12, Додича, красиво звучит, Додича. И мы сделали фантастическое вино просто, фантастическое. Сначала красное, особенно есть резерва, которому 3,5 года, 4. А сейчас появилось белое, еще лучше. А сейчас они заложили очень черные, в связи с настроением. Это, вы знаете, как бы хобби, но с другой стороны, такое ощущение, когда ты знаешь, что виноградник, Тосканец, древняя земля, вино, лоза, может, там это апостол Павел из этой лозы пил вино, кто его знает. Что-то в этом, и потом, когда эта семья делает вино уже не один год, не 10, а 100, и вот когда за этим стоит вот такой труд, причем такого великого дела, как вино, так сказать, о котором, ну, вы сами понимаете, сколько вино, да? Вину, хлебу и так далее. Что-то в этом есть такое очень, не знаю, что-то такое в этом есть очень настоящее. Вы так вкусно рассказываете. Мне просто захотелось сейчас взять и выпить. Обещаю вам дать попробовать. Ловлю вас на слове. Рубь Заста, вы попробуйте и скажете, еще хочу, обещаю. Это действительно замечательный вино. Тут даже есть у меня фотография. В одном собрании, таком, ну, какое-то собрание, и ну, такое, там был Шрёдер и Берлускони. А у меня в машине, я только что с таможни пришло вино, у меня было 4 ящика вина. И я думаю, дай попробую, там вина всякие, то все. Я говорю, давайте попробуем моего вина. Я думаю, хорошо, ладно, даже если не понравится, но невежливые люди, политики, ну, что они скажут, дерьмо, нет. Я тогда, я дал Берлускони попробовать, он говорит, что это, посмотрел бутылку, посмотрел, где сделано, и взял у меня 2 ящика. И прислал фотографию. Прислал фотографию. А где он написал, дорогому Никите, спасибо за общение, и особенно за вино. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».